снимай эту фигню. Подожди. Снимай, да. Итак, короче, у нас мани-матч. То, что Санек сказал, что он всех победит. Скажи в камеру, что я проиграю. Уай, а.к.а. Развектор. Он сказал, что он победит Рената, нашего чемпиона в Текине. Третье место. А потом его стритфайтер. Вот. И я предложил им сыграть мани-матч на 100 рублей. Они согласились до 5 побед. Сейчас мы посмотрим на позор. На супербой. Там сколько там будет? На суперпозор. Вообще должно быть по 3. За кого болеем? Я решил еще. Наверное, Санька, потому что он слабый. Ну, ладно, время скажешь. Мы вообще любим ущербный, да? Вообще мне шифты настраиваются. А какого фига? Я без шифтов играю. Я рад за тебя. Нет, почему вообще должно быть? Как он боится проиграть. Ты же сказал, ты будешь без шифтов играть. Я ничего не говорил про шифты. Ты говорил, ты без шифтов будешь. Нет, ты настраивай. Он сказал джойстик слом, он сказал джойстик слом, он сказал мне пофигу, да, мне шифты вот не нужны. Вот этого шифта там нет, и я сказал, что мне ты настраивай. А, ну давай, давай. Внимание. Ему анимач называется. Ну я не знаю, что он такое. Давайте на пацан. Снимай, снимай, это все потом на YouTube по-любому придем. Конечно. Тут такая дисциплина. Мне вообще лично плевать. 100 рублей, Санек, 100 рублей. Ты проиграл уже. Для Тольятти это деньги большие, между прочим. Да, кстати. Ты можешь себе плазму взять. Тут все дешево. Две плазмы. Две плазмы. Давай, Санек, турт ли? Турт ли? Да, бросочки, бросочки. Онлайн-тактика. На. Ну все, надо сейчас без 100 рублей уедет. Нифига. Да уже румотай. Что-то не связанное с долгими этими рекавами. Что-то вообще, Рен. С стартапами рекавами. Да он что-то размахнулся, и там его можно, походу, убить прям 20 раз, пока он это останавливается там. О, ништяк. Вот Ренат сейчас лоханулся. Да. Я вспомнил. Че вспомнил? Дебаггер сделал. Давай, Рен, сделали. Тотализатор, короче. Я ставлю на Санька сотню, вы вдвоем на Рената по сотне. Мы вдвоем Рената. Согласен? Сотни, согласен? Да. Вы вдвоем ставите на Рената по сотне. Ну да. Вот он занесет. Никто ничего не ставит, никого денег нет. Все бомжи. Кто проиграет, тот щелбан получит от гривны. А если я проиграю, сам что если щелбан поставлю? Нет, тогда ты Санек пендали. Если Санек проиграет, я играю с Реной. Я охуенно играю. Ты, Камиль, вообще не в курсе, что сейчас происходит. Давай, бросок. Все. Давай. Иди боев играем, давай. Зазлился. Что мне без разницы, я удар-то вообще не помню. Сто рублей. Сто рублей от тебя сейчас. Это плохо. Да. Мне вообще на 100 рублей насрать. Хотя 20 рублей сейчас вообще убежали. Ты уже один бой проиграл. Ну, а хотя бы один бой выиграть получил. Ты понял? А ты какое максимальное высокое место на турнире по атаке? Кто? Ты. Я не помню, пятый или шестой. О, поехали. Скучно. Унылый файтинг вообще, да? Жить так кино вообще не нравится. Ты играл хоть не? Угу. Долго? Ой, минут 5, наверное. И все, я после этого захотел спать. И я заснул. Не, ну реально как-то нет. Так, конечно, может, когда поймешь. Не, по-моему, крутой. Да что там непонятного, блядь? По-моему, крутой файтинг. Знаешь, у меня есть знакомый, который Mortal Kombat за крутой файтинг считает. Тут половина людей в этой комнате Мортик считает за крутой файтинг. Смотря какой, там есть провальные части, но изначально, мне кажется, точно какая-то. Ничего крутого вообще. После Street Fighter абсолютно ничего крутого. Ты про какой сейчас? Про Мортик, про ваш любимый. Тебе Mortal Kombat тоже не нравится? Мне Mortal Kombat не нравится. Я бы третью PlayStation первый раз взял Mortal Kombat, хотел брать. Ты много чего хотел брать. А у меня постоянно все. Че, 2-0? Я сыграю. Пяти боев мы играем. Камиль, дай им отыграть. Дай
Ты спокойно проиграть, могу. Лучше 5 раз так будешь переиграть. Ренат на проезд зарабатывает. Мне вообще не стоит. Домой я ехал, дайте деньги. То есть это было план с утра еще? Да. Санек уже 200 рублей проиграл. Вообще лажово играет. Он уже должен на своих плечах нести его до дома. Да, кстати. Бортик единственный, чем хорош, у него... Опять ты, блядь, рекавер долго суешь. Не нельзя пинатать ногой, вообще, она пиздец какая-то. Медленная. Такой, это... И с рекавери. Да. Пинай его, пока он валяется, что-то. Да, мы без рекавери смотреть, последний раз пересматриваем. А я помню, я Street Fighter увидел фильм, я даже мелкий ржал над ним просто. Подожди, а Street Fighter какой фильм? Ну, фильм, наверное. Фильм? Какой аниме? Зевать хочется прям реально. Ааа, я понял. Уличный боец. Уличный боец, боевик, боевик. Да, такая... Такая шняга. Абель стайл, вилкик не проканал. А вообще лежащий не бьют, если что. Ну так, на нашем уличном понятии, да, Сань? Мы их сломали, наверное, бьют, а у нас нет. Давайте я телефон прискочу, возьму сейчас. Давай, добей. Телефон возьму. По коленке его давай. Третья. Как ты сами проигрываешь? Синка, это еще не тот вообще. Уже оправдывается. Да я вот. Зато, блядь, не на камеру, как говорил, а? Я там всех сделаю там. Я играл и выключил. Обязательно. А телек большой? Я на монитор играю. Бля. Затоптал. Быдло. Говнарь прям такой. Давай, пару пинков. Давай, вилкик ему с этого, с фуллскрина делай. Вилкик, Санек. Пацаны, вы что делаете? О, не получай. На, убил. Мои советы работают. Давай, вилкик. Я ничего не помню. 100 hand slap. Слэм. У него все шансы будет с перфектом закончить. Нет шансов, что дальше будет. На, и стартап выловил, походу. Как придурок прям. Это что такое? Jaguar kick, что ли? Бросок был. Давай, джагл. Оу. Бросай его. Может, мне тоже с ним мани матч сыграть? Хочу матч сыграть. За кого играешь? А? За кого играешь? Я плохо играю с ним. Такой же разум, как и ты. Я знаю. Я лучший разум. Ты забыл. На, блядь. Ну все, в углу. Я в Марио против Капкома. Это Волл Джагл, что ли? Были сейчас. Была его попытка. Эй, давай. Сделал по глупости, сделал еще. Эй, порядок. Отберите у него стик. Вилкик опять не сработал. Санек. Торнадо бросок делай. Санек. Перекатывайся и вилкик. Экстремка есть тут? Бросить хочет? Пиздец, блядь. Во, получилось. Подбегаешь, конечно, вплотную и бросок. Бросок. Броском можно было наказать по-любому. Давай, до пиздела. Вот видишь, 3-1. Крутой чувак. Не факт, что Ренат. Завалил тебя, ну какая разница, мне вот этот только добивался. Ренат, Санек, ты должен, должен победить. Крутой чувак. Потому что он до этого тебя 3 раз завалил. Ну вот 2 недели назад играл, а я полгода назад. Бросай его. Знаешь, я то же самое могу сказать, только я тебя Marvel Com.com Капунтри завалил, а ты вчера мне играл, я ни разу не играл. Значит, полгода разница есть, он в таких постоянно играет.
Сань, что стоишь-то вообще? Забыл, что ли, где ты находишься? Да. Да. И бей, 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 дальше добивай. Ренат вспомнил тактику. Переворот вообще не спрашивает. Переворот, блядь. О, охуенный джагл. Два или три удара, сколько там было. Пяточка так, легонечко. Чтоб не покалечить. О, рвет. Жесть, вообще просто задавил. Ну нехай было у стены стоять. Его не Ренат убил, а стена, блядь. Да. Че за ад вообще? Смотри, тут уже четвертый или пятый вилки, который ты это самое свифнул. А МВЦ на компе же не выйдет, да? Можно не считать. На твоем компе точно не выйдет. Спасибо. Я ботву третью. Мне пофиг. Ботву? Вконтакте, что ли? Ботву третью. Я у тебя выиграл один бой. Да понял я. Да понял я, блин. Я так просто попытался пошутить. Да, конечно, когда я стрягиваю. Мне кажется, тут притормаживает, я не понял. Блин, притормаживает, а за. Да кто ж PlayStation? Нет, PlayStation, игра. Хотя, не знаю, могу гнать. Ренат, то, что у нас на турнире притормаживает, это я понимаю. Лаги, а здесь нормально. Так Ренат, привык к лагам, вот и говорит. Твоя LG плазма, которая там организатор. Это вообще страшная плазма. Это адская, а вот это еще нет, это еще более менее. Здесь можно играть даже Street Fighter без лагов, более-менее. Фига себе! Я помню, как пожал без лагов. С этим, да, смогу. Бросай, бросай, блядь. Давай бей его, чё ты? С ноги в живот. Расслабился что-то вообще, как лох. Вам уже один раз обувил, всё, он чемпион. Удары был, хотя бы удары помню. Да, он что ли? Да. Такой доволен, да, он сделал. О, прикольно. Давай уж что-нибудь сделай. Во. Я постепенно вспоминаю. Куда ты в вуз вообще упомянул? О, вспомнил еще, да. Вилкик не делай только, Санек. Что-то он только хотел воткнуть, я не пойму. Ну все, пиздец. Да, броска бы я даже здесь не ждал бы. Я думал, он, блядь, начнет опять об этом, об стену пиздить. Да, так давай Street Fighter запускаешь. Ебать, Камиль, ты заткнешься? Пожалуйста. Не, не будем. Не будем. Не будем. Специально, да? Специально. Сволочуги. Давайте на Xbox, да? Давай Street Fighter. Да я сыграю с Реном, пожалуйста. Санек, дай разок сыграю с Реном. А теперь торжественно передаешь выигрыш победителя. Точно, правильно. Где там у него денежки хранятся? Так, снимем. Смотри, вообще записывается там эти время. Записывается, записывается. 15 минут уже почти. Как раз для YouTube. 1 рублей завалил. Да-да-да. У Ренат есть деньги на проезд. Знание ударов можно. Я тебе должен денег. Мне пока нет, пока Камилю. Прям держи кнопку, держи кнопку. Потом посчитаем.